Это хрущевка, а может не хрущевка, панельные дома, наверное, брежневки. Перегородку, кабинку все сломали, перемычку поставили на обратку горячей воды. Полотенчика здесь не будет, мы ее по полу вот этими трубами перенесем в угол туда. Вот эту стенку хотели сломать, потому что она так просится сломать ее. Вон, что за стена? До конца не доходит, блин. Тут единственное у нее преимущество, то что она по уровню стоит. Но опять же, относительно той стены, она развернута в сторону окна на 1,5 сантиметра. Само штукатурить надо. Попробуем уговорить, конечно, заказчиков сломать ее. Но если не получится, то оставлять будем ее. Здесь делается сразу и кухня, ну, соответственно, санузел и коридор. По идее, эти дела и надо все сразу делать. Потому что одно сделаешь, потом начнешь пачкать другое. Лучше одновременно подготовить все. Сейчас слесаря приедут, стояки, обратку, вернее, отопление сделаем. Обещали ванну забрать. Так, ну что здесь еще мы имеем? Вот окно поставил на кухню с учетом того, что в него будет входить столешница. Поэтому окно на 10 сантиметров или на 12 меньше заказал, чем положено. Так что это все будет отделываться по-нормально. Ну а в коридоре линолеум пока не стал снимать. На него пусть вся срач летит. Дверь поставил тоже. Будем отделывать. Ну, здесь надо зашьется. В старые автоматы воткнул, какие у меня были. Люди сделали насечки на краску. Надеялись, что у них так все прокатит. Ну, может, оно и прокатило. Сколько лет здесь не было ремонта, не знаю. Но до плитки чуть дотронулся. И она сама, просто сама вся отлетела. Конечно, один аргумент в пользу того, что ее надо сносить. Хозяева хотят окно оставить, но не именно этого размера, а под плитку. Будет плитка 50 на 23. Ну вот, наконец-то дождались мы местных специалистов, увели они обратку в сторону, забрали ванну, сверху под потолком пришлось наваривать. А внизу мы поменяли прям до соседского полотенцесушителя. Сейчас я уже сходил, его покрасил, эту трубу. Сейчас будем свою красить. В принципе, она уже загрунтована. Теоретически можно ее, конечно, и так оставить. Но от сварки спалили там все, так что будем красить. Закончил зачисткой стен. Все-таки решили эту стену сносить. Аргумент был такой, что когда стенки выровняются, оконная, то расстояние будет до стены не 220, как изначально думали, а 217. Соответственно, стандартная кухня не влезет. А у них кухня 220. Так что сносим эту стенку. Начал демонтаж. Часть плиты над оконным проемом снял, правую часть пока оставил, а то стена вся рухнет. Сейчас думаю сделать меточки, разметочку, и напилить кусочками, с боков буду снимать потихоньку.